А вот и август настает, жара немного достает, созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери, доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися по росе и подивись вокруг. Красе, красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 17 августа, день Авдотьи. Сегодня почитается память святой Авдотьи Евдокии. Она жила в IV веке, родилась в семье богатых римлян. Во время гонения на христиан она вместе с 9000 верующих была арестована. Находясь в плену, она продолжала проповедовать веру во Христа среди персидских женщин и многих обратила в религию. За это ее подвергли жестоким издевательствам. Сначала били валовыми жилами, потом суковатыми палками, протыкали ее тело лучинами. И, наконец, обезглавили. Сегодняшний день имеет несколько названий. День Авдотьи Сеногнойки, Авдотьи Малиновки, Авдотьи Огуречницы. Шли дожди, надо было сохранить сено от гниения. Потому старались до наступления этого дня укрыть его в амбарах и защитить от влаги. Заканчивался сезон сбора малины. Ведь малина – одна из самых любимых и доступных лакомств для крестьян. Также были известны целебные свойства малины, а потому ее заготавливали впрок и использовали с наступлением осенне-зимнего периода. Огуречницы называли потому, что собирали урожай огурцов. Также созревали лук и чеснок, которые отлично подходили для консервации огурцов. Приметы. Какая погода на Авдотью, такая и в ноябре будет. Дождь на сеногнойку, все неубранное сено сгниет. Сегодня мы приготовим один из рецептов очень вкусного, полезного и целебного супа. Суп у нас будет овощной с проросшей пшеницей. Должен быть вкусным. Могу уже начинать? Ну, подожди, постой, это Танюша. Дело в том, что очень важно перед тем, как мы готовим пищу, получить благословение и прочитать молитву благодарственную для того, чтобы наше блюдо было наиболее и вкусное, и целебное. Есть такая легенда, еще она пошла с Киевской Руси. Приехал однажды князь в Киево-Печорскую лавру к преподобному Феодосию, вот, откушал кушанье у него различные, так они ему понравились, вот даже зачитаю, значит, князь говорит преподобному: «Ты знаешь, отче, что мой дом наполнен всеми благами мира, но такой вкусной пищи, как у тебя, я не вкушал. Почему? Открой секрет». И преподобный Феодосий как раз отвечает, что говорит: «Да, у тебя там готовят рабы твои кушанья, она, значит, вроде бы дорогое, они там варят, но что они делают? Они перед тем, как приготовить, кто пойдет готовить, кто пойдет не готовить, кто ругается раз, значит, когда готовят пищу, бронятся два, разжигают огонь, бронятся там три, и все у них получается подневольно. А у меня же совсем наоборот. Надумала братья готовить пищу». Вот как раз смотрите, как отвечал блаженный Феодосий: «Если, благий владыка, ты хочешь знать, почему это, послушай, я тебе скажу, когда наше братье собирается варить горячую пищу, и как раз мы ее собираемся варить горячую пищу, или печь хлебы, хлеб очень сильно в себя вбирает информацию, они соблюдают такой порядок. Прежде всего приходит инок к игумену и берет у него благословение. Потом, поклонившись перед святым алтарем три раза до земли, зажигает свечу от алтаря, этим огнем зажигает трава». Видишь, от алтаря зажигается, что интересно. Зажигается, значит, огонь в поварне или в хлебне. А когда нужно вливать воду в котел, инок говорит старшему: «Благослови, отче». То есть вот у нас водица, надо обязательно к ней отнестись с любовью, с благодарностью, ну, мысленно хотя бы. И она впитает эту информацию. Раз.
Ну тогда переведи вот. На сегодняшнее, не то чтобы время, а на сегодняшнюю ситуацию, так как мы не в церкви, у нас нет алтаря, от которого мы будем зажигать огонь, у нас электрическая плита. Я думаю, перед началом еды тогда можно прочитать одну из ярких, коротких молитв. Насколько я знаю, если время до полудня, то имеет смысл произносить «Господи, спаси и сохрани». Если время после полудня, нужно обращаться к Богородице, Пресвятая Богородица, помилуй меня грешную. Ну, или грешного. Не-не, там несколько иная молитва. Значит, как ты говорила, первая молитва Господи, у нас? «Господи, спаси и сохрани». Да, «Господи, спаси и сохрани». Этого достаточно. Тогда все, ставим уже воду, чтобы она начала. Воду мы уже обработали. И вот когда мы вообще с вами говорим о приготовлении пищи, для того, чтобы она была и вкусная, и самое главное, целебная, первым делом надо, естественно, помолиться. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!